Всем привет, друзья! Передача «До 17 и старше» ведет репортаж концерта «Лаврадио», а с вами я, Тамерлан Валиев. И впереди вас ждет интервью с разными интересными людьми, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами. Смотрите передачу «До 17 и старше». Мне 18, я уже, конечно, немножко выросла, но ничего, все равно смотрю передачу «Во». Расскажи, пожалуйста, про последний свой трек. Будет ли клип про «Beauty»? Да, будет клип, скорее всего, и даже уже мы знаем, кто будет сниматься в главной роли. Вот. Хочу сохранить интригу, потому что, девочки, готовьтесь. Там очень интересная история. Расскажи, пожалуйста, про нее подробнее. Про создание? Да. Про создание трека? Как человек, который противник всего, что является супер популярным сейчас в нынешнее время, мне всегда казалось, что сериалы, по которым все сходят с ума, это обязательно просто какая-то хорошая реклама. Но мне все постоянно подруги говорили: посмотри сериал «Жизнь», обязательно посмотри. Это ну, то сейчас времени нет, сейчас некогда, гастроли, переезды. И в итоге, когда я его посмотрела, я думаю, боже, насколько гениальный сценарист, насколько гениально подобраны локации, актеры, одежда, свет. Мне настолько понравилось, что родился трек «Абьюз» абсолютно случайно в машине по дороге домой со съемок. Вот, собственно, вот так. А когда мы ждем клип примерно? Я думаю, что это будет ближе к альбому, а альбом уже ближе к началу октября. Август — это ты, август — это я, август — это мы, правильно? И вот мы продолжили эту традицию в августе выпускать душевные композиции. Вышла песня новая, несколько дней назад закрыли мы ею. Август называется «Случайности не случайно». Если не слушали, обязательно послушайте. Я надеюсь, что она зайдет всем, подлечит вот эту вот осеннюю хандру. Как говорится, надоела летняя депрессия. Наконец-то наступило осеннее. Если против нас будет весь мир, я не перестану тебя любить. И даже если вдруг за нами погоня, ты будешь стрелять и подавать патроны. Вы отдыхали где-нибудь летом? Что делали? Да, я ездила в Грузию, я ездила в Баку, потому что я наполовину азербайджанец. Мой отец азербайджанец. Вот. А, ну что делали? Я тоже с Кавказа. Серьезно? Ой, прикольно. Дагестана. А, вау, классно, классно. Но это же такие темпераментные люди с открытым сердцем. Это классно. Там всегда своя атмосфера. И приезжаешь, перезагружаешься. Очень классно. Ой, я отдохнула замечательно. У меня был отпуск 3,5 недели. Это мой рекорд по количеству дней в отпуске. И мы посетили 4 страны. Вот. Путешествовали в основном по Азии. И также в конце закончили путешествие уже в Грузии, в горах. Я люблю такой отдых. Катались на лошадках и так далее. Вот. Я вернулась отдохнувшая. Не знаю, многие это замечают, потому что всем нужен отдых. Поэтому, внимание, друзья, всем обязательно требуется чил. Как ты считаешь, в чем заключается хит? Есть ли секрет? Да, конечно. Секрет в узнаваемой мелодии, в несложной рифме, чтобы под него вот ты слушаешь песенку и прям хочется, знаешь, ножкой эть, да, 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 сердце бахнули стрелы, вот, хит же. Как мне пытаются объяснить, что это очень сложный симбиоз музыки, слов и человека, который это все воспроизводит. Ну, если у меня хита до сих пор нету, значит, наверное, формула, не знаю. Да нет, на самом деле, я думаю, все просто. Надо просто очень много работать. Мне кажется, то, что хит такое понятие очень глубокое. И на самом деле все заключается в аранжировке и в прикольном запоминающемся припеве. Наверное, это будет громко сказано, что секрет есть. Он, наверное, есть, но если бы все знали этот секрет, то всем были бы хиты. Нужно, чтобы качало. Нужно, чтобы качало. Что самое главное в песне? Музыка или слова? Человек, который это исполняет. Мне кажется, и слова, и музыка, это все дополняет друг друга, и получается прекрасный продукт под названием песня. Я считаю, что и то важно. Просто бывают примеры, когда супер классные слова, но плохо спето, а бывает очень красиво что-то спето, но слова не запоминающиеся. Поэтому я считаю, что важно, чтобы и слова были какие-то крючки запоминающиеся, и чтобы спето было хорошо. Ребята, мы на танцполе, просто посмотрите на эту атмосферу, внимание на сцену. Во
ваш любимый исполнитель? Ой, ты знаешь, эпизодически появляются разные артисты, которые цепляют мою душеньку. Много. Я боюсь сейчас кого-то не вспомнить, обидеть, задеть. Мне нравится Мари Краймбрери. Я люблю очень Люси Чеботину. Я слушаю все их альбомы, все их песни. Любимая певица – это Риана. А какие песни любите вы? Напишите в комментариях. На чьих песнях должна расти молодежь? На песнях тех артистов, которые в свое творчество вкладывают живые, настоящие переживания. Я думаю, нужно расти на той музыке, которая тебя лично вдохновляет на что-то правильное, на что-то полезное, на что-то конструктивное. Правда ли, что в шоу-бизнес можно попасть только за деньги? За деньги? Слушай, а кому нести? Я бы вот с удовольствием бы. Да, мне кажется, мы сейчас живем в такое классное время, когда можно проявляться, и ты найдешь своего зрителя в любом случае. Не нужно для этого больших вложений. Просто будь классным, всего лишь то и все. Вы смотрели программу «До 17 и старше», а с вами был я, Тамерлан Валиев. Увидимся в следующих выпусках.